Городской репортаж. Сложившейся традиции первыми день города отмечают спортсмены и физкультурники. И уж точно никакая погода не помешает им провести турниры и соревнования в честь дня рождения любимого города. Пловцов города и их родителей праздник начинается с заплыва в бассейне спортивного комплекса «Орион». Сегодня проходят на нескольких площадках. Граждане перемещаются от одной площадки к другой. И наверняка они уже много запланировали на сегодня. А что именно, узнаем у них прямо сейчас. Здравствуйте. Расскажите, как настроение, как праздник? Пойдем. Пока улучшается. Улучшается? Какие планы сегодня на День города? Ну, пока никаких. Сейчас выступим, а потом посмотрим. Как обычно, уже давно живем в нашем городе, поэтому с удовольствием побываем на всех мероприятиях. Привет! 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 Отлично! Как вам праздник? Потрясающе! Какие планы сегодня на День города? Выступать? Выступать? Вы сегодня будете танцевать? Да. А на вечер какие планы? Гулять. Гулять. Что именно делать? Встречать. Салют. Салют встречать. Супер, праздник хороший. Всех хочу поздравить сразу с днем города. Пожелать всем шикарного, шикарной погоды сначала. Дождливая погода не испортила нашего настроения. Мы веселимся, гуляем и празднуем день рождения нашего любимого города. Что пожелаете любимому городу и горожанам? Процветания, гражданам счастья, здоровья. И, конечно же, хотим, чтобы наш город становился чище, больше экологических акций, больше молодежных движений. Что вы пожелаете городу и горожанам? Быть счастливыми, а городу быть красивым и постоянно улучшаться. Знаете, мне люди здесь нравятся. Вот почему-то вот я прямо влюблена в этих людей. Я вот хожу на концерты, когда в родник, я вот смотрю, людям уставшие, люди, например, с электрички до последнего бегут в этот зал. Ну вот просто, я говорю, железнодорожцев, наверное, ничего никогда не сломит. Мы желаем городу, чтобы он любил своих жителей, чтобы радовал нас такими мероприятиями и процветания, и успехов.
А вот если бы город получал подарки, что бы он хотел получить, как думаешь? Машинку? Куклу? Или куклу? Мотоцикл. Мотоцикл. Городу нужен мотоцикл, да? Да. А тебе? Мотоцикл. Я тоже за мотоцикл. Ладно, молодец. Давай пятерку. Городской репортаж.